Так, всем добрый день. У нас очередная распаковка. На этот раз опять у нас салазки для дополнительного жесткого диска ноутбук. Фирма Espada. Ну и здесь характеристика AS12. Так, какие бывают салазки? То есть бывает 13 мм, ну и бывает 10 там, мм высотой. Как они выбираются, чуть позже я покажу видео. Так, на этом канале была у нас распаковка похожего OptiBay, ну или Candy еще их называют, ну или переходник DVD на HDD. Той же самой фирмы, то есть можно видео посмотреть. Есть, ну и находилась вот в такой вот упаковке. То есть практически они одинаковые, за исключением одного момента. Здесь SS, здесь AS. То есть здесь, ну, M SATA на SATA идет, значит 2 SS. А здесь идет M LTE на сериал ATA. То есть сериал ATA — это подключение жесткого диска. Так, а M IDE — это уже подключение непосредственно к плате жесткого, вернее, ноутбука. А здесь M-SATA — это подключение то же самое к плате ноутбука. То есть отличается. M-SATA — это более новый вариант. M-IDE — это более старый, где-то ноутбуки до 2008 года. Так, ну и как выбирается под ваш ноутбук данный переходник? Смотрим вставку по выбору. Для выбора OptiBay, то есть я рекомендую пользоваться вот этим сайтом. Здесь внизу есть таблица совместимости. В которой находятся все производители ноутбуков. То есть можно даже раскрыть расширенную таблицу совместимости. То есть там будет больше всего моделей. То есть и найти вашего производителя. Ну, в моем случае это вот производитель. Так, что такое сериал ATA? Это подключение вот вашего DVD-ROM-а, ну и соответственно OptiBay. Так, что такое подключение IDE? Это вот. Так, ну и давайте выберем. То есть мы уже выбирали. То есть первый вариант видео содержится на вот этот вот. То есть 12.7 сериал ATA. Так, новые. Последнее вот в этом видео. Вот. То есть это 12.7 IDE. Так, ну и если бы я ставил ноутбук, который тоже модернизация есть на моем канале, то здесь бы тоже было сериал ATA 12.7. Так, ну давайте откроем, ну и посмотрим, в чем отличие. Это мы пока отложим. Так, внутри находится у нас декоративная панелька. Это после того, как вы вытащите ваш DVD CD-ROM. Вместо декоративной накладки, которая поставляется ноутбуком, поставить эту накладку. Так, ну и вот внутри находится непосредственно сам этот OptiBay. Ой, Кади, переходник.
Так, здесь вот показано. Принцип установки. Внутри находится отвертка. И внутри находится специализированный ограничитель для того, чтобы после вставки жесткого диска, вот еще закрепление его при помощи вот этих двух винтов, которые входят в поставку и нарисованы, то есть здесь и здесь, то есть установить этот ограничитель. Чтобы не было пустого места. Так, ну и вот такая вот отверточка входит. Так, ну и вот здесь вот показан интерфейс подключения MIDE непосредственно к ноутбуку. Так, ну и можно посмотреть отличия, в чем отличается от предыдущей версии данной. А именно посмотреть в варианте непосредственно DVD CD-ROM. Так, ну и вот здесь вот вы видите M сериал, это у этого DVD-ROM. То есть здесь подключение IDE. Чем они отличаются? M IDE, то есть к плате материнской ноутбука. Так, как установить этот комплект на ноутбук? Видео будет, то есть ждем. Ну а в настоящее время всем, кому было полезно данное видео, спасибо за внимание, удачных вам всех покупок, модернизаций, ну и до свидания, до следующего видео по установке этого ПТБ непосредственно в ноутбук. Всем я прощаюсь, до скорых встреч.